вводя противника из равновесия заведением вперед, садясь к противоположной ноге, упором стопы в живот, бросая противника в сторону захваченной руки. Повтори. Глубоко подсаживаясь под соперника, сгибай его руками, одновременно упрись стопой в его живот и толчком выпрямляя ногу, бросай через себя. Важно полностью использовать силу мышц ноги в сочетании с мощной тягой руками по дуге вперед, вниз, в сторону. При подготовке приема обманным движением в правую сторону нагрузи левое плечо противника. Сопротивляясь, тот будет пытаться выпрямиться. Именно в этот момент и следует проводить бросок через голову. Так при этом должны двигаться твои ноги. Сразу вслед за шагом правой, левая стопа идет вверх для упора в живот соперника. Посмотри еще раз.